الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. إقام الصلاة لابد أن نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. Второй вид, второй рукн ислама – это намаз, ас-сала, икамату ас-сала, то есть совершение намаза, выстаивание намаза. Что означает это выстаивание намаза? То есть совершает намаз в наилучшем виде, так как приказал нам пророк, алейхиссалату вассалям. يعني لا يمكن أن يصلي على ما يحب, لابد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. То есть мы не можем совершать намаз, как мы хотим, мы должны совершать так, как его совершал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. الصلاة تنقسم إلى قسمين. نماز делится на два вида. فريضة ونافلة. Обязательный намаз فريضة и дополнительный намаз. الفريضة الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم وليلة. К обязательным намазам относятся вот эти пять намазов, которые мы совершаем каждые сутки. وصلاة الجمعة في كل أسبوع. А также пятничный намаз, который мы совершаем каждую неделю. لابد أن تصلي هذه الصلوات المفروضة الخمس والجمعة في المساجد من الرجال. Вот эти вот пять намазов, а также намаз джума, пятничный намаз, мужчина обязан совершать в мечетях. نعم. لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق. هذا طبعا على الرجال لا النساء. Человек, отказывается, который от совершения намаза джама, коллективного намаза, это мунафик, лицемер. Конечно, мы исключаем женщин. نعم. المحافظ على الصلوات. Бережное отношение к намазу. وكذلك المسلم حتى يزيد الإيمان يأتي بالنوافل. Также человек, чтобы увеличить свою веру, мусульманин, он должен совершать и дополнительные намазы. Ему следует совершать дополнительные намазы. نعم والله أعلم.